Ну и что, начнем тогда проходить третью главу. Разобью это все тут на отдельные ролики. Вторая будет глава 2 у нас. Третий ролик будет вот эта третья часть. Поэтому давайте разобьем. Мы приехали, видимо, в какой-то город, что ли. Где, видимо, тоже никого нет. И где все? Глава третья. Заключение. Так, мы куда-то приехали. Мы в городе в каком-то, да? City Life. Что это у нас? Куда нас привели? Здесь я работаю. Зачем я пришел? Ну, я не знаю. Ты нам скажи. Интересно что-то. Записка Эмили, Эндрю и Джон. В последнее время я вижу Эндрю и Джона часто вместе. Они часами проводят в подвальном складе. Мне кажется, это довольно странным. Сын босса с менеджером по обслуживанию и безопасности. В течение многих лет они даже не смотрели друг на друга. Что изменилось? На столе у Арнольда есть единственная фотография, на которой мы все вместе гуляем. Даже Аарон. Я много раз просил у него копию, но он меня даже не слушал. Эта фотография так важна для него? Так, ну, так, давайте обойдем. Profits. Так. У нас что-то еще этажей несколько, ничего себе. Большая локация. Компьютер. Нет, ничего не можно сделать с компьютером. Записок нет, ничего нет. Интерактива никакого тоже тут нет, видимо. Давайте пройдемся. Сначала в первом этаже, потому что да, пойдем на второй. Ой. Я музыку какую-нибудь включить. Ровый автомат тоже не включается. Я вон еще записочку вижу. Давайте тут пробежимся. Тоже ничего нет. Нажмите R, чтобы подбирать, выбрасывать предметы. Зачем? Что нам за механику дают? Что не так? Как-то интересно. Ой. Чё? Давайте почитаем. Записка Эрика, мусор. Я устал от парней, которые стреляют за столом для пинг-понга беспорядок, так что у меня появилась идея. Я создала программу, которая проверяет грязь на рестол. Если да, то шкаф с напитками на кухне остается закрытым. Первая камера подсчитывает количество предметов, которые не находятся на столе, и отправляет на формат вторую камеру, которая контролирует предметы, которые люди выбрасывают. Поэтому если 5 стаканов или банок, им придется бросить 5 стаканов или банок в контейнер. Регени. Однако с тем не идеально. Программу можно обмануть или даже выкинуть мусор куда-то еще. Но пока не догадаются, у меня будет время исправить. Да что ж такое? Ну. Я что, поразбросал все? Ну, я урну просто не вижу. Про напитки на кухне какие-то. Урны-то нет. Я же вроде все. Человечек отваляется. Все сбросил со стола. Ракетку не могу взять. Может, надо не со стола, а... Тут урн нету. Где камера, опять же? Давайте камеру поищем. Я тут камеру установила. Камеры я тоже не вижу. О, я вижу урну.
Давайте. А, здесь еще. А про какой стол идет речь-то? Давайте посмотрим еще раз. Для пинг-понга или нет? Так. А, может быть, все-таки не этот стол. У нас столов тут целая уйма. Давайте почистим еще столы. Муж. Ну. Это можно. Эй. Куда ты полетела, подруга? Из кухни донесся какой-то шум. Все-таки про этот стол, да, речь шла? Это я взять не могу. Это тоже. Это тоже. А что у нас? Ой. О, даже что-то открылось. Дискетка. Ой, да что ж такое? Вы взяли дискету для печати 1. Дискета для печати 1. На столе у Арнольда фотография единственная. Принтер я у нее не вижу. А, подождите, а может быть можно в компьютер? Ну-ка. Дискету никак, мне нельзя дискету использовать. Ну, давайте сходим вниз. Там у нас народ тусовался. О, смотрите. Ребятки. Не знаю, кто из них кто. Так, а дискетку? Можно это вставить? Тоже нет. А вот и принтер. Описка Арнольда. Он меня обманывал. Джон обманул меня и не хотел, чтобы это так произошло. Он сказал мне, что он будет болеть всего несколько дней, затем вернется к работе. Он предложил мне много денег. Он, наверное, хочет обвинить меня, почему я решил ему доверять. Все офисы знали о его славе. Я был глуп. Зачем мне... О! Введите код, чтобы открыть. Так. У меня какая-то дискета есть. Что здесь может быть? Валяются какие-то игрушки, висят шарики. Внизу лежат шарики. 4 игрушки, 3 шарика. 5 этих. Давайте попробуем. Я вижу 4 игрушки. Валяются. Не знаю, что это даст. 3 шарика висят. И валяются вон 5 маленьких-то шариков. Ну, то есть приметного. Хотя навряд ли какой-то странный. 4, 3, 5. Давайте попробуем, чем черт не шутит. 4, 3, 5. О! Да ладно, серьезно. Я гений. Просто. О, еще одна дискета. Взяли дискету для печати 2. Как-то честно, вот. Как? Я вот реально чисто случайно просто наобум решил попробовать. Потому что здесь реально какие-то вещи на бум происходят. Собака с этой. Ну, очень тяжело догадаться, по шуму было. Непонятно, почему именно вот это. Просто я видел, что там валяются эти две игрушки. На них внимание обратил сразу еще. Посмотрел, игрушка валяется. А, и вот тут игрушка, смотрите. Вот они, шаров нету. И этих шаров нету. Просто на игрушку крутил, думаю, что за игрушки, думаю. Видите, угадали. Хорошо, ну пойдемте дальше. Так. Здесь мы ничего не можем сделать. Здесь тоже. Компьютеры всякие.
Туалет. Так, чем пройти можем, да? А, видимо, женский туалет. Без писсуаров. Вам понадобится ключ-карта, чтобы воспользоваться лифтом. Допустим. Давайте искать ключ-карту. Или что-то похожее. Записочка. Записка Эрика. Подъемник. Я наконец заделал ключ-карту для лифта. Теперь пользоваться ей могут только те, у кого она есть. Ее создание выполнялось на 3D принтере. Вам понадобятся планы, которые находятся на двух разных дисках. Один хранится у Арнольда по обслуживанию безопасности, а другой хранится у меня, но мальчики обычно его прячут. Хорошо, давайте искать. Теперь дискетки мы, видите, заблаговременно нашли. Теперь надо найти где-то этот 3D принтер, на котором это можно напечатать. Знаете, как здесь его нарисовали, этот 3D-принтер? Да, обычные принтеры. Так, нет. А, ну вот он, 3D-принтер, наверное, блин. И, наверное, вот в этот компьютер надо вставить дискетки, да? Да. Отлично. И вот она, наша дискетка. Да не, возьми карточку, отлично, вы взяли ключ. Ну, пойдемте тогда выше. Давайте. А, может, не знаю, выше, не выше, может, ниже надо было. Так, куда мы попали? Не, хотя что-то делать ниже. Графики, графики, графики. Зачем я сюда пришел, вопрос? Самому интересно стало. Компьютеры, компьютеры. Здесь это мое рабочее место, я так понимаю, да? Наверху где-то здесь. А, вот записка лежит. Записка Джона. Это работает так. Я сын начальника, поэтому эта компания лежит мне по рождению. Мой отец сошел с ума. Как он может передать бразды правления тому, кто является членом семьи? Так не пойдет. Я, конечно, обманом заставил Арнольда помочь мне, заплатив ему крупную сумму. Мой план — положить конец угрозе, не запачкав руки. Если что-то пойдет не так, это будет вина Арнольда. Мой отец говорит, что у него есть подход и что он гораздо более квалифицирован, чтобы быть боссом, чем я. Более того, любив, честен, его голова в правильном месте. Жаль, что эта история... Жаль, что это затеряется в истории. Ну, окей, хорошо. Стол... Подождите, стол Арнольда. У него была где-то здесь фотография. Еще ж... Какая-то. Но я ничего не вижу. Не могу банку взять, не могу. Кого-то все дротики кидает. Кто у них там такой? Подождите, а что-то у нас на факсе нет? Нет, не записка. Давайте попробуем вниз съездить на лифте, если это возможно. Самый, может быть, ниже что-то еще есть?
А, я и ниже не могу. Только выше могу. Так. Что же у нас есть тут еще такого? Просто что-то интерактива никакого не вижу. Чтобы можно было с чем-то повзаимодействовать, какой-нибудь сейф там или еще что-то, Что-то говорила эта подруга про фотографию какую-то. Такое? Игрушки какие-то красивые. Опа, стойте. А что тут у нас за пуговки? A, C, F. Давайте запишем. A, C, F. Что за буква, интересно? Ой. Нормально тут у нас тень отбрасывает. Как она так отбрасывает тень? Вверх окна. Да, он ACF. Окей, хорошо. Что нам дают эти три буковки? Что-то я даже не помню, что у нас что-то еще было внизу. Подождите, а вот вниз мы попробовали. А может, можно еще вверх? О, можно еще вверх. Просто вниз я попробовал протестить. Вниз не сработало. Так. О, здесь еще этаж. Понятно. Ну, это, видимо, да, это весь, видим, верхний этаж уже. Смотрите, здесь какие-то. Так. Ну. A, B, C, D, E, F. А что за N какая-то дополнительная? M, N, N какая-то. И тут она есть. Какой-то испанский язык. Да нет, вроде. Так, и... Так, что тут у нас? Это, видимо, кабинет... Здесь серверная, и кабинет директора, что ли, какой-то, или что здесь? Конференц-зал. Обычно же на самых верхних уровнях это обычно кабинеты директоров сидят там у себя, заседают. Так, он тут ничего нет. Так, здесь какое-то... Что-то здесь должно же быть. Просто иначе зачем сюда идти-то было? Шкунь, здесь сейф есть у него. О, пароль. А я что-то и не видел. Так. У нас есть комбинация ACF. Что нам эта комбинация может дать? Порядка номер букв. Раз, первая, третья, четвертая, пятая, шестая. 1, 3, 6. Просто нет больше других вариантов-то и здесь нету. О, да, видите, как лихо. Так, что-то открылось. А, вот, записка. Ну. И. И по чам. Ова. Записка Эндрю, мой сын. В чем я потерпел неудачу? Почему мой ребенок презренный? Это вопросы, которые я задаю себе все время, но особенно часто в эти последние несколько дней.
Арнольд не выдержал и пришел признаться, что Джон убедил его отправить того, кто собирался стать моим преемником. Блестящего честного человека, способного сглазить эту компанию, он считался моим сыном. По словам Арнольда, Джон сказал ему, что это вызовет у него лишь значительный дискомфорт, поэтому согласился помочь ему в обмен на приличную сумму денег. На самом деле, доза, которую Джон дал Арнольду, была смертельной. Арнольд неосмысленно подлил яд в кофе. С сегодняшнего дня у меня нет детей, и, конечно же, я лично забочусь о том, чтобы этот убийца оказался за решеткой. Аарон, покойся с миром, сын. Погодите. Арнольд, ты мой. Записка ему, в чем я потерпел неудачу. Ничего себе, я понял. То есть сегодняшнего дня у меня нет детей. Конечно же, лично забочусь о том, чтобы этот убийца оказался за решеткой. То есть его собственный сын. Убил его преемника. Аарон. Покойся с миром. А Аарон же, по-моему, если я не ошибаюсь, это не я разве был? Тогда. Я ничего не понимаю. Меня отравили. Что происходит? Вот. И я не понимаю. Ой. А, все. Вперед. Видимо, это конец. Или не конец. Очень здесь как-то... А, во. Свет в конце туннеля. Где я? Понятно. Свет в конце туннеля. Аарон, ты меня слышишь? Натали, это ты? Аарон, ты должен продолжать. Что продолжать? Дышать, что ли? Что там с метра рванули? Just wanted to see you one last time to tell you how much we love you. We weren't sure it would work out, but you're here. It's incredible. It's all right. I feel that I must leave. I'm sorry for everything. I love you. We love you, Aaron. Спасибо, что играете в After You. Эта игра была создана одним человеком. Видеоигры — это моя страсть, и благодаря таким людям, как вы и другие, мы сможем продолжать переносить все больше и больше качества в это искусство. Ну вот и все, дорогие друзья. Оказывается, его родные использовали доску Луиджи, чтобы вызвать его для прощального слова, сказать, как они его сильно любят. Видимо, значит, получается, мы духом обитали или проживали там, да, узнали, что случилось на самом деле с нами. Ну что, интересная игра. Хорошая, она не очень большая, очень достаточно неплохие головоломки, правда, интересная, есть над чем подумать. Ну, сюжет, ну, да, наверное, такой, как-то резко так неожиданно закончилось все, да. Но в целом игра достаточно неплохая. Мне понравилось. Попозже напишу на нее еще обзорчик тогда. Вот. Ну а так, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.